Я вас слушаю уже, понимаете? Первый раз вижу. Представьтесь, пожалуйста. Кто меня не пускает, по какой причине? Вот офицеры стоят, не выпускают, ни хрена не объясняют, понимаете? Вот он стоит. 4 месяца не могу уехать за их грузи. Вот начальник смены. Они нас не успокаивают, понимаете? Кто меня не пускает? Четыре месяца я тут стою, понимаете? Кто меня не пускает сегодня? 2 мая не могу уехать из Грузии. Кто меня не пускает? Кто меня не пускает? Ваше действие записывается на моей... Запишите на камеру. Да, записывайте. Понимаете? На камеру. Кто меня не пускает из Грузии? 4 месяца снимай. Нельзя здесь снимать. 4 месяца не могу улететь из Грузии. Здесь снимать нельзя. Я задержу меня, да, арестуешь? Если так будут, задержи. Задержи меня, уважаемый, задержи меня. Здесь нельзя снимать. Я не могу улететь из Грузии 4 месяца. 10 раз сняли след самолета без причины. Понимаете? Меня без причины держат в Грузии. 4 месяца, 10 раз. Ты мешаешь, мне сейчас работать. Я мешаю? Да. Вы мне мешаете, понимаете? Работать, ты меня мешаешь. Потом. Пен. Понимаете? Я не могу улететь из Грузии. Понимаете? 4 месяца я не могу улететь. И мне никто ничего не говорит. Чего меня успокаиваешь? Нельзя здесь снимать. И что ты мне делаешь? Задерживаю. И что, арестуешь меня, да? Арестую. Меня не пускают из Грузии. 4 месяца, понимаете?